Челябинске ищут подозреваемого в поджоге бездомных. По версии следствия, к зверскому убийству бомжей может быть причастен этот человек. На фото 32-летний житель Смоленской области. Как считают служители закона, именно он на проспекте Победы подошел к спящему дома бездомным, а потом поджег их. Когда медики прибыли на место происшествия, один из пострадавших был в сознании. Его повезли в ожоговое отделение городской больницы номер 6. Второго спасти не смогли, он скончался. Его товарищ, который выжил, получил ожоги туловища и конечностей второй степени на 35% поверхности тела. И вот личность подозреваемого в зверском преступлении установлена. Сейчас он объявлен в розыск.